Это альтернатива местам лишения свободы. То есть как такового охраны нет. Будет осуществляться за ними только надзор. Приговор суда был, прибывает сюда. Место работы будет за пределами учреждения. То есть он утром встал, позавтракал, приехали за ним работодатели, забрали, и он поехал на работу. Вечером его привезли, в свободное время, как говорится, просмотр телепередач, воспитательная работа, ужин, душевые. То есть привел себя в порядок, лег спать. Осужденные будут ходить не в робе, а в гражданской одежде. Питаться он будет как за наш счет, так может за свой счет. В комнатах мужчины, как правило, будут проживать по 4 человека, а женщины по 2 человека. Созданы все материальные бытовые условия. Здесь основная работа – это уже оснастка самих помещений. То есть уже там те же самые холодильники, шторы. То есть, грубо говоря, уже оснащение помещений. То есть как дома. Как дома, что уже более-менее приближенно, но все равно изоляция. Это дисциплинирует уже в дальнейшем, чтобы уже человека не были лишние мысли какие-либо для совершения новых каких-то правонарушений. Они обязаны будут трудиться здесь, и каждый осужденный 2 часа в неделю. Мы ему даем задание, и он что-то делает по благоустройству. Также убирает снег, там, полы моет, различную работу выполняет.